Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон» крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий, и сегодня поговорим о комфорте. Все знают, что Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Fortuner, Hilux, Corolla, CHR и даже Camry обладают недостаточно удобной посадкой. Где-то не хватает боковых поддержек, где-то коротковата сидушка, а где-то оно недостаточно функционально, чтобы найти удобное положение. То есть невозможно поймать удобное положение спинки и сидушки по высоте, по регулировкам различным. И владелец этого автомобиля, Toyota Camry, обратился к нам с тем, что у него действительно затекают мышцы и ему не хватает комфорта. Решить эту проблему можно несколькими способами: заменить поролон, доработать анатомию, доустановить некоторые функции комфорта, которые в некоторой степени способны решить эту проблему, ну, например, подколенную опору. Мы пошли по пути установки трех систем. Система поясничной опоры, две пневматические подушки накачиваются попеременно, в зависимости от того, как настраивает водитель соответствующую систему, и позволяют выгибать поролоновый наполнитель в той части, в которой это необходимо, чтобы спинка кресла приняла форму максимально физиологичную, удобную для владельца. Ну и дальше, соответственно, мы говорим про массаж. Массаж тоже на основе пневматики работает, то есть тоже маленькие пневматические подушечки, но в данном случае 8 штук на спинке попарно ставятся вдоль позвоночника слева и справа, и еще 4 такие же на сидушке. Они управляются отдельно друг от друга, каждая система имеет 3 программы, и за счет этого у владельца есть возможность включать разные режимы работы, как вместе, так и по отдельности массажи, с тем, чтобы мышцы спины и, соответственно, бедер разминались, максимально добавляя комфорт. Делается это для того, чтобы во время долгой поездки, даже в самых удобных креслах, когда начинает кровь застаиваться в мышцах и накапливается усталость, эту кровь разогнать. Поэтому даже сквозь толстую зимнюю одежду наша достаточно мощная система пневматическая способна выдавить вот из вас, что называется, все соки. Да? То есть позволяет добиться нужного уровня тонуса в спине и в бедрах. Ну а вместе с поясничной опорой сделает поездки гораздо более удобными и комфортными. Сам пользуюсь такой же системой в таком же полностью объеме, поэтому на своем опыте могу сказать, даже после тренировок, когда выходишь, у тебя забита спина, садишься, включаешь музыку, включаешь массаж и поехал. Доехал до дома, ты полностью в тонусе, мышцы еще не остыли, мышцы размяты и кровь свободно, спокойно циркулирует. Соответственно, вылезаешь из машины не как кочерга согнутый буквой Г, но гораздо более таком подходящим для новых приключений и полноценной жизни состояния. Так что установка массажа и поясничной опоры, в том числе, обратите внимание на выезде, раз попросил клиент, возможно, если вы обращаетесь в нашу компанию. А сделать это профессионально можем, боюсь, что только мы. Или как боюсь? Я рад, что это только мы можем сделать, потому что мы не то что собаку съели, несколько сот автомобилей ездят сейчас с нашими системами массажа и поясничных опор. Скоро, чувствую, будем тысячный юбилей отмечать. Поэтому, если испытываете дискомфорт и хотите полностью от этого избавиться, либо помочь своим близким избавиться, то теперь знаете, куда обратиться. Добавлю, что на наш канал стоит подписаться, ведь мы постоянно выкладываем интересные свежие ролики, посвященные доработке, перетяжке, оснащению различных автомобилей, и демонстрируем вам не только результат, а зачастую еще и процессы. А для того, чтобы эти процессы наблюдать, стоит еще и взглянуть в описание к ролику, там найдете ссылки для перехода в наш аккаунт в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и в ТикТоке. Там другой контент, познавательные, интересные статьи, исторические или помогающие владельцам правильно ухаживать, например, за обивкой своего автомобиля. В историях в Инстаграме можно посмотреть, что и как мы делаем, фактически увидеть анонсы будущих роликов, которые выйдут на нашем канале. Ну и там же в описании вы найдете еще и
есть ссылки для перехода в WhatsApp, а также прямой телефон для связи с нашим менеджером. Мы с радостью вас проконсультируем, ведь в самом ролике мы никогда не называем ни стоимость, ни ориентировочную или конкретную для соответствующего автомобиля. Просим нас понять и простить, как говорится, это политика нашей компании, и это не обсуждается. И последнее, я предлагаю всем, кому понравилась эта работа и вообще то, что мы делаем, лайкнуть это видео и оставить несколько комментариев. Нам будет приятно их прочитать, вступить с вами в дискуссию, ну и таким образом вы, безусловно, поддержите наш канал, вдохновите на выпуск новых свежих роликов. А я желаю всем удачи, будьте здоровы и счастливы. До скорой встречи. Пока!